Отож, від справ спортивних переходимо до більш серйозних, актуальних, які наразі на слуху у наших містян. І у нас в гостях Олексій Попков, підполковник поліції, начальник управління кадрового забезпечення Головного управління національної поліції в Миколаївській області. Доброго ранку. Доброго Олексій, доброго. Дякую, що завітали. Сьогодні будемо говорити дійсно на важливу та актуальну тему. Це переатестація міліціонерів у поліцію. Ми знаємо, що створена національна поліція. І зараз є 7 листопада, здається, тимчасовий штаб. І цей штаб цих людей буде проходити переатестацію для того, щоб бути в поліції чи не бути. Скажіть мені, давайте розставимо крапочки над «і». По-перше, я хочу зазначити, що ви у нас нова людина, ви з 21 грудня стали начальником кадрового забезпечення, і перш ніж ми будемо говорити на теми поліції, давайте розберемося вашу історію, як ви стали начальником, і я знаю, що ви не з нашого міста. Розкажіть, будь ласка. Начал проходить службу я в Луганской области, проработал в подразделении по борьбе с организованной преступностью в разных отделах, работал в отделе по борьбе с коррупцией несколько лет. Потом пригласили меня в так называемый отдел, тогда он назывался, оперативного прикрытия и работы с персоналом. Ну, кадры, в принципе, немножко специфика была своя. И там я от опера до начальника отдела проработал более 10 лет в этом отделе. Как вы знаете, в том году было принято решение руководством страны о ликвидации подразделений БОП. Вот, в связи с этим меня пригласили на работу в подразделение внутренней безопасности Луганской области. Вот, в связи с событиями на Востоке наши подразделения были выведены с территории Луганска, поэтому мы находились в дислокации Северодонецк, Сватово. Выполняли задачи по проведению антитеррористической операции в это время. Вот. И в этом году меня пригласили поработать к вам начальником управления кадрового обеспечения. Время непростое, я это понимаю, работы много, поэтому закатили рукава і будемо працювати. Так, дійсно важко, тим більше кадрового забезпечення, то ви будете займатися кадрами. Отож, переходимо до переатестації. Скажіть, хто допускається до переатестації? Яким це чином відбувається? Ми будемо знати, хто буде переатестовуватись. Як ви вже сказали, 7 ноября, в соответствии з законом о національній поліції України, созданы временные штаты всех подразделений. И работники милиции бывшие, которые захотели продолжить службу в рядах полиции, они написали соответствующие заявления и были приняты в этот временный штат. Но для того, чтобы попасть в постоянный штат, каждый работник бывшей милиции должен пройти аттестование. Министром внутренних дел 17 ноября 2015 года был подписан приказ об организации аттестования личного состава, которым предусмотрен ряд мер вот, по проведению этого аттестования. Пройдут туда лучшие, скажем так, вот, поэтому в соответствии с этим приказом, если вы видели, в Киеве уже там проходили сотрудники. Так, вот у меня будет запитание с этого привода, трішечки пізніше, трішечки згодом. Можливо, вы расскажете, какие этапы, власне, є прохождение цієї аттестації, чи є, власне, як це буде порядок проведення? Для работников будут следующие этапы. Будет первично проведено тестирование, которое будет состоять из двух частей. Это общие знания, так называемые, то есть умение работников будущих полиции обрабатывать большое количество информации, принимать быстрое решение. Вот, то есть, ну, кто-то говорит, что это похоже на тесты Айзенка, IQ, так называемые. IQ, да. Ну, они немножко отличаются, судя из практики. В общем, это тесты на общие способности. И второй, это будет тест на профессиональные знания законодательства. Тобто будет на знания закона. Да, в обязательном порядке. Из двух этапов будет состоять это тестирование. На каждый из этих тестов дается по одному часу. Значит, в тесте на общие знания там будет 60 вопросов. За каждый правильный вопрос 1 балл. Максимально 60 баллов может человек набрать. И на знание законодательства будет 50 вопросов и 2 ситуационные задачи на квалификацию преступлений. Вот. 50 баллов, соответственно, можно за вопросы набрать и по 5 баллов за задачу. Минимальный порог, установленный для тестируемых,
это 25 баллов там и 25 баллов там. То есть суммарно будет подсчитываться, сколько человек набрал, исходя из этого его будут дальше допускать к собеседованию. Но есть еще один тест, который будут проходить некоторые подразделения, такие как внутренняя безопасность, там, борьбы с экономической преступностью, руководители все, так называемый тест МИДОТ на благонадежность. Это израильский тест, который в своей практике давно уже используют и банки, и кредитные учреждения. Вот. Он предполагает выявить у человека склонность к коррупционным рискам. Угу. Вот. Очень интересный тест, о нем можно вообще отдельно рассказывать, так, целую программу посвятить. Да. В общем, все со всеми этими результатами всего этого тестирования после будет проходить собеседование с каждым работником. Тобто индивидуально будет беседа? Индивидуально, да, да, индивидуальная беседа будет, в которой будет определяться уровень работника как профессиональный, уровень его подготовки, вопросы, связанные там, если где-то к нему были какие-то вопросы, связанные с коррупцией и так далее. То есть все это будет, вся информация с подразделений внутренней безопасности будет представляться комиссии. Вот, отдельно, вот, кстати, Скажите мне, ось тесты, співбесіда, кто будет в аттестаційній комиссии? Вот, этот вопрос интересный. Значит, спасибо. Аттестационные комиссии, их существует несколько. Есть центральная аттестационная комиссия, которая создана главой нацполиции Хатей Деканидзе. Вот, на местах будут создаваться так называемые территориальные аттестационные комиссии, значит, руководителя, председателя и секретаря этой комиссии будет назначать руководитель Главного управления национальной полиции в области по согласованию с главой национальной полиции Украины. Вот. Туда могут входить работники подразделений внутренней безопасности центрального аппарата национальной полиции Украины, психологи, работники подразделений департамента кадрового обеспечения, представители общественности, организаций разных, средств массовой информации. Вот. Ну, перед этим всем будет размещена соответствующая информация на сайтах министерства, там будут эти объявления даны, потом будут подбираться. Зрозуміло. Скажіть, от спілкуючись з людьми, дуже багато слухів ходять, дехто вважає, що це така чистка буде, будуть всі нові, недосвідчені, старі працівники не проб'ються, хтось цьому радіє, хтось ні. От як можна якось розвінчати ці домисли людей, і це буде чистка, чи це все буде прозоро? І дивіться, от, наприклад, якщо в Миколаєві там 2000 має бути поліціянтів, так? Така цифра має й залишитися, чи штат буде скорочений після цієї атестації? Чи може навпаки? Як це взагалі буде відбуватися? На сьогоднішній момент речі о сокращенні штатів не йде. Угу. Вот. Що стосується прохождення бывшими міліціонерами, это вопрос каждому индивидуально. Требования в принципе не поменялись. Угу. Такие же требования были и к милиционерам. Вопрос о том, как проходили до этого эти аттестационные комиссии. Сейчас общественность может подключиться и посмотреть на каждого работника полиции в его новом качестве. Соответствует ли он требованиям времени или нет. Угу. Вот, поэтому тот, кто подготовится, тот, кто за собой не чувствует, скажем так, никаких проблем, он сдаст, пройдет, и вы же видите, можно тоже сравнить по Киеву, Киевской области, процент 10-12% где-то не прошло на сегодняшний день. Это по заявлениям вот представителей аттестационных комиссий. Не прошло, я читала, что 32%. Это была первичная информация, не совсем, да. Вот буквально перед Новым годом руководство нацполиции выступало. Эти цифры озвучены официально, что около 10-12% на сегодняшний день – это люди, которые не смогли пройти. А вот у меня есть вопрос, 10% не прошло. Это революционный крок вперед, или это провал? То есть это хорошо, или это плохо, на вашу думку? Как вы считаете? Я лично считаю, что в любом подразделении
в любой структуре или учреждении или организации есть люди, которые могут что-то больше сделать, mm-hmm. а те есть те, которые не тянут за основными. Но мне кажется, 10-12% это небольшой процент, mm-hmm. который может повлиять на работу полиции в целом. Ну, ось 10-12%. А скажіть, яка їх подальша якби доля? Тобто, ось вони не пройшли, що далі? Вони вже чи не мають права займати якісь посади в міліції? Чи і них буде ще потім якийсь шанс, що їм далі робити? Аттестаційна комісія приймає, може прийняти кілька рішень. Угу. Перше рішення – відповідає займаємої должності, рекомендується к повищенню. Второе – просто соответствует занимаемой должности. Третье решение – это не соответствует занимаемой должности, может использоваться с понижением. И четвертое решение – это не соответствует ни занимаемой должности, ни требованиям работника полиции, подлежит увольнению по служебному несоответствию. Вот такие решения. Ще хотілося таке уточнення. У мене була така інформація, що тести, вони розподілені. Для керівників будуть одні тести, і для тих, хто трішки нижче за посадою, окремі тести. Це правда чи ні? Чи вони будуть загальні для всіх однакові? Общая база вопросов, насколько я знаю, насчитывает более 16 тысяч вопросов. Под каждого индивидуального сотрудника в соответствии с его родом деятельности, службой, набор уникальных вопросов будет ему выпадать. Каждый регистрируется только один раз в системе, вот, поэтому посмотрим, как оно будет на практике. На сьогоднішній день вот так вот. Я зрозуміла. І ще має таке уточнення, а буде перевірятись фізична підготовка чи ні? От виходити десь там показувати фізичні якісь справність, буде таке чи ні? Ну, поки насчет этого ніяких указань не було, угу. Но вообще аттестування предполагає і перевірку фізичної підготовки теж. Угу. Ну що ж, дякую. Наголошую, що в нас в гостях був Олексій Попков, підполковник поліції, начальник управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Дякую, я бажаю вам успіху попрацювати в нашому місті, щоб у вас було успішно і результативно ваша робота.